Коронавирус сильно изменил наши планы. С любимыми друзьями не погуляешь, к родственникам не съездишь. Но это не повод грустить, благо мы живем в 21 веке, и гаджеты – наше все. Устроим видео-встречу с близкими? Давайте с нами! Такое общение не заменит привычные смски, ведь при визуальной коммуникации мы можем лучше понять настроение друг друга, передать эмоции. Первым делом позвоню своей подруге в Краснодар. Мы с ней всегда на связи, но чаще по переписке. Пришло время увидеться. Приветики! Привет! Давно не виделись. У меня все вообще супер. Как твои дела, рассказывай? У меня тоже все хорошо. Я на самоизоляции, работаю с ноутбука, дезинфицирую руки постоянно. У меня все хорошо. Слушай, ну я тоже прямо сейчас работаю. Классная у нас работа теперь, да? А еще я теперь удаленно учу английский, оформила специальную подписку на приложение. Заодно обменялись советами о паре новых сериалов, фильмов и книг. А моя любимая коллега Даша сейчас в декрете. Узнаем, как же там она. Девочки, приветики! Как ваши дела, рассказываете? Как проводите время? Приветики, Катюшка, все отлично. В принципе, ничего не поменялось у нас за последнее время. Распорядок все тот же. Игры, песни, плятки. Все отлично. Ну а как ваш папа? Он же теперь дома работает. Ой, у нас у папы оборудован свой офис в соседней комнате. Периодически мы пытаемся туда прокрасться, но сама понимаешь, работает работа, поэтому не всегда у нас получается. Видимся на обеде. Там все строго тоже, да? Конечно. Видео-встречи помогают спокойнее отнестись к периоду самоизоляции, тогда как бесконечные переписки способны вызвать переутомление, стресс и даже головную боль. Всем здоровья, не паниковать, все будет отлично. Зима. Супер, пока-пока. Пока! Не только разговором одним, в таком формате с друзьями можно и в игры сыграть. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. К3. Мимо. Так, а теперь И4. Убила. У-ху! Или устроить совместную тренировку, и не одну, создайте график и занимайтесь регулярно. Так вы будете поддерживать друг друга не только морально, а и в спортивной форме. Yeah! Yeah! Теперь передохнем, позвоним еще одной моей коллеге Эмме. Она нашла для себя новое хобби. Я начала шить маски, потому что мои родные и близкие начали просить активно меня об этом. На самом деле это не так сложно. То есть не обязательно вот иметь швейную машинку. Можно просто зайти в интернет, выбрать для себя нужную выкройку, найти хб-ткань. Такая вообще, ну, имеется у каждого в доме. И какую-нибудь подкладку марлевую. Слушайте, ну Эмма подала действительно классную идею. Действительно, маски можно пошить собственноручно, чем мы и займемся в нашем следующем выпуске.